Всем привет, ребят, с вами поговорим о фактах о Бонни. Бонни единственный аниматроник, не имеющий вообще бровей. Но это не проблема. Так что проблем на него нет. Но ему вообще не проблема быть без бровей. Ну, ничего у него есть. Красный галстук, бабочка и гитара. И он ходит по камерам. 1Б столовая, 1.5 генетический лет, 3, это, наверное, уборочная станция, 2А, левый коридор, и 2Б уже стоит возле двери. У него красно-розовые глаза. Или, можно даже сказать, пурпурная. Он очень сильно отличается от поломанного Бонни из второй части. Потому что поломанный Бонни раньше выглядел по-другому. Он был такой синенький. И у него были зубы сверху. А Бонни из первой части, у него зубы только снизу. У поломанного Бонни... отсутствует лицо и левая рука. У него отсутствует мех на правой ступне. И отсутствует мех на правой ладони. Именно мех, а рука сама не отсутствует. Ну, что говорить о той Бонни? Он похож на обычного Бонни, но у него есть брови, у него немножко отличается гитара, у него есть тоже красный галстук бабочка и кнопка под галстуком бабочкой. Ну и еще есть Shadow Бонни. Он, наверное, происходит от той Бонни, только он немножко отличается. Потому что у той Бонни сверху только 2 зуба, а у Shadow Бонни целых 4. И плюс он черного цвета. И светятся только глаза и зубы. И Shadow Бонни умеет еще плюс телепортироваться. Но так как это редкий персонаж, он может появиться у вас в офисе, но если вы не успеете поднять монитор, у вас игра может вылететь. Ну, ладно. Что можно сказать еще? Поломанный Бонни. То есть обычный Бонни. Он начинает быть агрессивным со второй ночи. Потому что прямо в час ночи он у меня уже был на камере 2А. Левый коридор. Ну, ладно. Поговорим о Фантом Бонни. У него он похож на поломанную Бонни, только он зеленый в черную полоску, почти как арбуз. Только к низу у него уже идет все черненькое. И плюс у него есть лицо, но все равно нет левой руки. И плюс это бонусный персонаж, которого можно встретить, но очень-очень редко. На него шанс примерно 10 нулей запятая 1%. Это очень очень маленький процент, ну вы понимаете. Еще есть бонусный персонаж Балоры, Фантом Балоры, но на нее вообще шанс 0%. Нет, на нее тоже 10 нулей запятая, короче, 10 нулей с половиной. Ну, на нее тоже очень маленький процент, даже меньше, чем у Бонни. Но на нее вообще практически нет процентов. Ноль. И в чем теперь кошмарный Бонни? Он идет тоже с левой стороны, как и обычный Бонни. У него отличаются глаза от обычного Бонни. Они у него фиолетовые. И плюс всех аниматроников из всех частей только 4 пальца. В четвертой части некоторые аниматроники имеют 5 пальцев. Причем только некоторые. Остальные имеют 4. Хотя мне так кажется.
Хотя мне так кажется, что у всех аниматроников 5 пальцев. Но ладно, есть еще аниматроник. И еще, если посадиться на 31 октября, Бонни станет хэллоуинским. И редкий случай, когда он держит в руке тыкву, как хэллоуинская чика. Ну ладно, есть еще аниматроник Фантайм Бонни. Так как во FNAF 5 он не появляется, потому что он, если думать по сюжету, то он существует, только в отключенном образе. И он так очень сильно лагает, его вообще нельзя встретить в игре. И еще плюс существует... Хотя нет, еще есть Rockstar Bonnie, который появляется в Ultimate Custom Night. И нужно найти ему гитару. Но если ты ее не найдешь, от тебя, конечно же, придет к нему... от него к тебе придет скример. И причем начинает мигать свет, когда ты не находишь ему гитару, начинает мигать свет и начинает нападать. У него голос очень странный. Ну ладно. Еще Бонни в шестой части стоит 2000. И только единственный аниматроник стоит 2500. Но об этом аниматронике я расскажу в какой-нибудь другой раз. Ладно. Спасибо за просмотр и всем пока.